Вы на канале Цветули у Светули. Меня зовут Светлана. Хочу вам сделать сегодня обзор своей гортензии. Я вам показывала свои гортензии 2 недели назад. Как они выросли, что с ними происходит, вам покажу сейчас. Простите за качество звука. Ужасный ветер уже несколько дней. Вообще, вот я даже не могу снять ничего вам. Но уже не утерпела. Вот смотрите, какая гортензия. Это Wimms Red гортензия. Посадка весенняя 2018 года. Очень хорошо подросла. За 2 недели такая крепкая. Но треплет ее ветер безбожно. Посмотрите, как вытрепал листья все бедной. Такая вот. Ну так хорошенькая. В том году вообще был такой ветер в конце лета ужасный. Просто выломал ей ветки. Такие крупные, большие. Надо будет, наверное, ей поставить, скорее всего, опору. С гортензией у меня здесь сидит астильба и колеус вегетативный. Очень даже разросся такой хорошенький, красивенький кустик стал. Я надеюсь, что к концу лета вообще будет шикарный куст. Эта гортензия у меня называется Пастель Грин. Очень красивая гортензия, тоже за 2 недельки она у меня подросла. Такие стволики у нее уже такие толстенькие стали. Сочина такая зеленая, хорошо себя чувствует, вижу, что ей хорошо. И вроде как ветром не так треплется. Вот тут тоже подсажен гортензии у меня колеус и астильба. Вот. Это тоже посадка 2018 года, весна. Вот. Это все молоденькие у меня гортензии такие, молодые. Это гортензия Candlelight. Это гортензия Candlelight. Вот. В том году она, эта гортензия у меня, росла в один стволик, и в этом году решила опять повторить. Почему-то проснулась только одна почка, но стволик такой крепкий, толстый. Смотрите, какой толстый прям вообще. Хорошая гортензия, надеюсь, она у меня зацветет. Тоже посадка весенняя 2018 года. Подсаживаем. Пошли дальше. Красавицы мои. За 2 недели подросли. Тоже сейчас вам покажу. Мыльба Фрайс подросла. Такая стала более зеленая. Была бледнее. Так что все в порядке. Развивается. Может быть, в этом году покажет мне цветочек-то хоть один. В том году не цвела. Хотя покупала большим кустом. Но она у меня не цвела. Малыши все цвели, а эта красавица большая не цвела. Это Magical Vesuvii гортензия, тоже выросла за 2 недельки-то. Ну, она сама по себе такая невысокая, она вот так вот невысоко и выросла, вот такая маленькая. Это Magical Sweet Summer гортензия. Вот так вот выглядит. Не очень мне нравится, как она, конечно, выглядит в этом году. В том году она у меня цвела, хорошо, цвела красиво, а в этом году какая-то вот, мне кажется, что кто-то ее кушал или что-то, я уже 2 раза обработку делала всем гортензиям, причем не только ей, от вредителей, от болезней, потому что, видите, листики деформированы, какие-то вот они не гладкие, вот такие вот, интересно, из-за чего, я не понимаю, из-за чего такие листья. И я сделала обработку, чтобы не пропустить момент, чтобы она у меня не заболела ничем. Ну, растет, буду смотреть, что с ней будет дальше, пока вот так вот мы выглядим. Ну, выросли. Это гортензия Долли. Долли хорошенькая такая, мне понравилась, хорошо себя чувствует, такая сочно-зеленая. И подросла так хорошо за 2 недельки. В том году тоже цвела. Это все у меня новиночки. Я в том году их весной посадила. 2018 года весна. Вот эта клумба гортензии у меня все весенняя посадка. 2018 года весна. Полярный медведь гортензия. Тоже подрос. Ну, не так уж, как хотелось бы, но подрос. Такой, стволы такие крепенькие. Сам по себе такой неплохо выглядит кустик. Little Lime гортензия, еще есть у меня Limelight, тоже подросла, крепкие такие стволики у нее, хоть и маленькая, так что все в порядке. Смотрите, розы у меня все на бутонах, все-все, скоро у меня будет красота. Вот какая роза, вот какой бутон прям
черный, красивый. Покажу, когда распустятся мои розочки вам обязательно. Одна уже начала распускаться. Это у меня черенок, посадка 2019 года, весна. Черенок сделан весной 2019 года, вот этой весной. Я вам уже говорила, кто со мной на канале, что я черенковала гортензию, ну, нечаянно оторвала я веточку. Она у меня укоренилась, вот это в апреле месяце было. Я ее высадила в грунт, и вот так этот мой череночек хорошо нарос. Посмотрите, даже там какой-то прирост пошел, новенький. Вот смотрите, видите? И прекрасно черенок себя чувствует и выглядит хорошо. А это у меня без листиков, но живая веточка бобо. Ой, бобо, бомшел гортензия. Я посмотрела, даже его немножко обломила, ветка все в порядке, живая, почки живые, но листвы не дает. Он у меня зимовал дома, а вон пошла почка зелененькая, видно вам, не знаю. Он у меня дома зимовал, и я его высадила, листики все поотвалились, ну, попадали. Но череночек живой, все в порядке. Вот такая клумба. Кто первый раз со мной на канале, кто первый раз меня смотрит, вот просто покажу вам общий вид клумбы. Здесь мои гортензии. Здесь на этой клумбе гортензии нет. Тут у меня розочки, хвойные растения, барбарисы. А вот здесь опять начались мои красавицы. Гортензия называется пинки-винки. Пинки-винки у меня собралась цвести. Смотрите, какая красота будет скоро. Вот она набирает уже бутоны. Представляете? А Early Sensation, которая должна у меня зацвести, как ей написано, что она должна цвести в конце июня, она у меня еще бутонов не набрала. Ну, во всяком случае, эта гортензия у меня в том году цвела, я ее покупала, это летняя посадка 2018 года. Я ее покупала под названием Пинки-Винки, но она цвела не так, как Пинки-Винки. У нее были круглые шапочки, а у Пинки-Винки шапочки должны быть такие вытянутые. Вот я буду смотреть, как в этом году эта красотка будет цвести. Совпадает ли, будет ли совпадать шапочка с названием. Буду смотреть. Вот роза какая, смотрите, все цветет, красавица. Называется Pink Flash. Гортензия Бобо, маленькая. Бобо тоже вроде как пошла, все в порядке. Очень плохо, ну не плохо, а долго выходила из-под зимы, такая, по сравнению с другими, отставала. Но сейчас смотрю, стволики, во какие, толстенькие такие, хорошенькие. Так что бобо моя нарастет. И я думаю, что будет красиво цвести. Там гортензия называется Magical Moonlight. Хорошенькая такая, тоже вот уже выше опоры наросла. Это Sunday Fries, тоже выше опоры, смотрите, за 2 недели как выросла, прям вообще. Ну, здесь и не мудрено, потому что эта гортензия уже 4-й сезон, она уже такая, у нее там корневая система, наверное, просто отличная. Гортензия моя Фантом, посмотрите, какая хорошенькая. Сейчас я вам с другой стороны покажу. С этой стороны вам еще решила показать Фантом. Хорошо очень нарос. За 2 недельки такой крепкий стал. Стволы крепкие. Вот. Она очень текла у меня. Эта гортензия после обрезки прям текла. Я ее садовым варом даже замазывала. Но все в порядке сейчас. Она не течет. Стволики крепкие. Сама листва зеленая. Чувствует себя хорошо гортензия. Фантом мощный по себе куст. Я не знаю, вырастет у меня, конечно, он насколько в этом году. Обрезан был очень коротко. Ну, метровые-то, я думаю, веточки должны быть, по идее. Ну, посмотрим. В том году были ветки метровые, даже, наверное, немножко побольше метра. Хорошенькие такие веточки. И он у меня даже пытался зацвести, но не успел зацвести. Общий обзор, пожалуйста, посмотрите, как тут у меня все смотрится. Барбарисы очень красиво смотрятся. Вот такая клумба. Сейчас вам покажу еще гортензию. Называется Magical Candle. Хорошо наросла гортензия Magical Candle. Хорошенькая такая, много-много побегов дала.
Очень хорошо смотрится сейчас, выглядит прекрасно. Рядом с ней роза парковая, вроде как парковая. Ну вот смотрите, я ее подстригла коротко, все веточки коротенькие, одна только удалась, такая длиннющая выросла. А те вон какие коротенькие, все на бутонах, бутоны такие крепкие, жирненькие, толстенькие. Сейчас вам покажу, какие крупные у нее бутоны. Вон, смотрите, какая сама маленькая, а бутоны вон какие крупные. В том году очень красиво цвела. Хорошенькая такая розочка вообще, прелесть. Такая клумба у меня здесь. Ой, красавец барбарис, просто я обожаю барбарисы, вообще обожаю их. Розочка моя зацвела, красавица, очень красивая. Так, вот такая клумба, вот такой общий вид. И вот еще такая клумба с гортензиями, с розами, со стильбами. Роза это у меня Розария Ютерсон тоже. Смотрите, скоро-скоро раскроется бутончик. Так, отвлеклась, надо переходить на гортензии. Смотрите, какая хорошая гортензия, крепкая. Вот какие стволы, толстенькие. Выросла уже за опору. Такая прям не по дням, а по часам растет гортензия. К сожалению, название не знаю. Покупала как ванила фрайс, но цветет она далеко не как ванила. Но красивая очень. Когда зацветет, я вам обязательно покажу. Вот какая хорошенькая. Хорошо наросла. Эта гортензия тоже у меня безымянная. Покупала у себя на местной ярмарке. Но я и покупала ее как безымянную. Она у меня в том году не успела зацвести. Даже не знаю, как цветет. Вот, смотрите, вот эту еще покажу, какая хорошенькая. Так что вот. Как красиво тут Анютины глазки. Гортензия Diamond Rouge тоже хорошо подросла. Ну, не та, конечно, как та уже до опоры, но все равно подросла. Хорошая тоже. Кустик такой шикарный, приличный. Вот такая. Вот клумба. Вот так вот. Вот еще клумба у меня с гортензиями, с хвойными растениями. Всего тут понемножку. Гортензия Early Sensation. Она должна сейчас уже быть, по идее, на бутонах. Но что-то бутонов я не вижу. Ранняя сенсация, раннее цветение. Вот, никаких бутонов пока что нет. Но сама выросла. Крепкая такая. Видите, какой ствол? Ствол так ствол. Это у меня летняя посадка 2018 года вообще. В том году я ее купила летом. Купила уже цветущую, она у меня вот цвела. Ну, не шикарно, конечно, но цвела. Хорошо, более-менее цвела. Вот такая клумба. Вот там у меня гортензия куплена как Silver Dollar. Но цвела в том году не как Silver. В этом году буду смотреть. Тоже хорошо наросла, кстати. Такая вот она. Хорошенькая. Зелененькая. Хорошая гортензия. Буду смотреть, как цветет. Мне даже интересно, как она в этом году зацветет. Это Мега Минди. Маленькая такая она, ну крепкая. Стволики такие все крепенькие, хорошенькая. Ну, по росту, конечно, она маленькая. Буду смотреть, как в этом году. Я в этом году все гортензии постригла коротко. Кто-то мне писал, что так нельзя стричь. Ну, посмотрим. Если будет плохое цветение или плохо нарастут, посмотрю, как в следующем году по... Подстригу уже, тогда побольше почек оставлю, посмотрю. Хотя в этом году у меня почему-то все нижние почки только проснулись. Верхние, вот что были оставлены, с верхних почек практически ничего у меня не вышло, только с нижних почек. Это у меня мой черенок гортензия, я не знаю какая, даже не помню. Гортензия новиночка, весенняя посадка 2019-го, конфетти называется. Мне ее очень побила сильно града, но она вот у меня отросла.
хорошенькая такая. Я ее подстригла, потому что ветки были поломаны. Ну, все в порядке с ней. Это у меня гортензия зимовала дома. Черенок выкопан с гортензии крупнолистной. Вот так вроде ничего. А вот это вот у меня пинка Нобель. Ни ответа, ни привета. Я ее сюда пересадила. Корни, как вроде мне показались, живые, но что-то ничего нет. Наверное, выкопаю, выкину. Ничего нету от этой гортензии, никакого толку. Здесь у меня такой уголок сделан. Здесь у меня поставлены в тенечке бальзамины мои махровые. Вот, смотрите, вот начинает маленько цвести-то, чуть-чуть-то хоть. Покажи цветок-то. Вот такой цветочек, махровый белый, такой бело-розовый. Я его сюда поставила, он у меня стоял на солнышке, ему что-то не очень так нравится. Бальзамины, конечно, лучше в тени, лучше всего им. Вот, смотрите, как интересно у меня тут все устроено. На подставке кашпо, наверху стоит у меня фуксия. Фуксия подпора такая, чтобы эти веточки у нее под тяжестью цветов не провисали. Вот так вот, в уголочке, в тенечке, в уголочке стоят красотки. Это стронг Аннабель гортензия. Посадка весенняя 2018 года. Набрала бутончики, хотя сама такая малышечка. Посмотрю, как будет цвести. Колиус-то тут какой у меня, смотрите, красивый. В грунте просто посажен. Вроде как ничего, пережил стресс. У него даже маленько разросся. Такая вот клумба с виолками, с хвойными растениями, с гортензиями. Это у меня гортензия крупнолистная. Болела, только недавно я ее сюда пересадила. Ну, такая какая-то никакая, листики какие-то все. Хотя обработана, полита, подкормлена. Буду смотреть, что с ней будет дальше. Ну, так вроде как зелененькая. Хлорозила немножко, сейчас вроде как в себя приходит. Здесь у меня череночки, я вам уже говорила, что вдоль забора буду рассаживать свои черенки гортензий. Пока что еще до конца забора не дошла, но уже ближе к делу. У нас то жара стояла, в жару работать невозможно, просто невозможно, я не люблю в жару работать. То мне некогда. Сейчас я вам гортензии еще там немножко покажу и все, заканчиваю съемку. Моя новиночка, гортензия, называется Самарская Лидия. Посадка 2019 года весна. Вот в этой весной я ее приобрела в Санкт-Петербурге. И она у меня дома в контейнер была пересажена. Сколько нам? Примерно там полтора месяца дома простояла. Вот, конечно же, из-за того, что была дома, она набрала бутоны и зацвела даже. Вот такое цветение у нас. Но это не показательное, конечно, цветение. В следующем году будет намного, конечно, она лучше и красивее. Сейчас такая маленькая. Ну, хорошо наросла, много побегов. Тоже маленько погорела на солнце. Градом тут ее немножко тоже побило. Но ничего, пережила все. Сейчас вот так вот выглядит. Даже цветет. Гортензия Аннабель моя набрала бутоны. Такая вот. На бутончиках уже я ее сожгла, хила там железо, все листики ей пожгла, вот смотрите, видите, но она отошла, и сейчас она такая, знаете, изумрудно-зеленая, такая сочно-сочно-зеленого цвета листья, вот такая хорошенькая, пришла в себя после ожогов. Гортензия Magical, нет, Pink Diamond гортензия. Покупала на ярмарке осенью 2018 года. Вот она мне призимовала. Хорошая, зеленая. В принципе, неплохо для такого маленького растения. Хорошо выглядит. Это черенок у меня гортензии Pink, Pinky Winky, который у меня в том году был сделан. Череночек этот с корнями, я его сюда высадила. На место, здесь раньше была Pink Аннабель. Вот я ее выкопала, а пинки-винки метельчатую посадила. Эта гортензия называется Magical Fire. Тоже покупала ее осенью на ярмарке маленьким череночком. Тоже хорошо перезимовала.
И даже два побега дала. Так что все в порядке с этой гортензией. Клумба такая небольшая. Это гортензия Limelight. Такая вот она выросла. Хорошенькая. Единственное, что, конечно, из-за того, что я ее осенью пересадила с одного места на другое, она отстает немножко в развитии. А так она должна быть такой помощнее кустик, конечно. Ну, тоже хорошо. Вышла из-под зимы, выросла, слава богу. Клумба моя новая с гортензиями, с хвойными. Сейчас я сюда еще подсадила бархатцев вместе с розами, с новенькими. Это мой черенок гортензия. Череночек я садила осенью. Из своей какой-то гортензии, не знаю, посмотрю. Очень хорошо черенок перезимовал. Такой крупненький, смотрите, и так хорошо нарос. И такие стволики хорошенькие, не тоненькие. Хорошо перезимовала. Потому что этот черенок у меня был сделан где-то, наверное, в конце июня или в начале июля. Он успел окрепнуть до осени. И корневую хорошую нарастить успел. И хорошо вот себя чувствует. Это новинка у меня. Жемчужина фестиваля гортензия называется. Это весенняя посадка 2019 года. Такая тоненькая, маленькая. Но ничего страшного, за лето нарастет. Гортензия Ангел Бланш наросла. Даже цветете. Смотрите, заложила. Будет цвести. Представляете? Черенок 2019 года, весна посадка. Гортензия, я вам говорила, что я эту гортензию домой не брала, как другие, которые покупала в этой весной. И она очень хорошо прижилась, укоренилась, но даже бутоны заложила, потому что была не дома, и солнце она хорошо перенесла. Вот эти все гортензии, вот эта вот у меня дома была, в контейнере, она, конечно, видите, погорела вся. Все листья погорели от солнца, хоть я ее притеняла, но тоже она бутоны заложила, потому что она дома стояла. Из-за этого она вот сейчас как бы цветет. Но это, конечно, не похоже на такое цветение. Это так просто. Надо, наверное, все обстричь, чтобы она не тратила силы. Такая смешная, но живая. Черенок мой. Вот еще череночек один, который перезимовал. Тоже не знаю, что за гортензия. Хорошенький такой череночек. Разросся. Столько побегов дал. 4 штучки, да? 4. Ну, зелененький такой. Ну, хороший черенок. Вот еще черенок от моей, от какой-то гортензии. Тоже хорошо перезимовал. И такая вот она зелененькая, хорошенькая стоит. Показала вам своих красавиц, как они выросли у меня за 2 недели. Я считаю, что выросли. Не знаю, как вы считаете, выросли или нет, напишите мне, кому интересно. Надеюсь, что они меня порадуют в этом году своим цветением. Что будут опять такие же красивые, как и в том году. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Дальше вам буду делать обзоры, показывать свои растения. Всем всего доброго. До свидания.